Ну что, братишка, как так все быстро, да? Произошло. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым одеялом. Таким огромным одеялом. Положить голову на мягкую подушку. Перевалю, обязательно с перьями. Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Дилдон тебе в ухо. Просто жесткий огромный член тебе. Прямо в ушную полость. Всем здорово, блядь. Это мой последний. Это мой последний матч на этом ебучем кубке. Против Дуринчика. Я встречаюсь с ним. Ты это записывал. Акул депутатор. Короче, блядь. Дуринчик. Еблан. Второй матч с ним, блядь. И первый я его разъебал 3-0. Кто не видел, можете посмотреть. Там Дуринчик даже не играл. Ну ладно, ему повезло, что он не отвечал мне, сука. Я ему предлагал сыграть матч. Он меня вообще, блядь, игнорил. Шмаль. И сейчас мне придется его выиграть. Потому что, блядь, точнее не выиграть, а разъебать, так сказать. Не 3-0, а больше. Он забоялся со мной играть, потому что он понял, что статистика может быть и хуже. Ну, не со мной, наверное. Там только лучше. Че, состав смотреть будем мы? Помните, он говорил, что он будет играть там... Я не говорил такого. Равными бомжами. Я это вырезал. Ты это сказал. Ну, может быть, и сказал. Я сказал, я помню. Я это сказал, но я это вырезал. Ты это не вырезал. У меня будет единственный нормальный футболист, Келлингер, блядь, выйдет потом во втором тайме, возможно. Добавь Влашича хотя бы на замену. Да нахуй твой Влашич, кому нужен? Ну ладно, хорошо, не слушай меня, а то я всегда подсказываю, потом ты пропускаешь. Вот мой состав. Я купил еще вот этого Майера. Блять, за 3 ебучих миллиона. За 3600, так сказать, статы. Ну, у него пасы должны быть хотя бы точные, в отличие от Модрича, блять, который он не отдал вообще ни одну, мне кажется, точную в прошлом матче. А, ты Модрича убрал? Я его кикнул нахуй. Разу-то. Потому что меня бесит. Финчик смерть. Какой сборный вообще? Франция, ебать. А. Я еще посмотрю, какой силы Франция. Да Франция. Франция пиздец. Но мне него... кажется, лучше был 89-й, у него 89-й вратарь. Лингли. Поставил ли он Лингли в рофу? Ебать бы ему... Я думаю, что дети не знают, что такое рофу. Нет, ну если он, типа, знаешь, как-то, я не знаю, уравнять, может, я попал в тайминг, где он состав хуже делает специально, я не знаю. Смотри, вот этих двоих бойся просто. Ну, ладно, будем надеяться, что это фейк-статы. Дуринчик уже в игре. Что, кидать ему приглас? Да, прямо сейчас. Всё. Давай, сейчас поехали. Я... Сейчас полностью меняем игру. Контроль. Играем. Дуринчик согласился на матч. Неужели, есть, блядь? Нервишки. Ну, я не знаю, у меня руки белые. У меня пропала кровь в них. Смотри, у меня лучше показывает. У меня сбалансирование. Это тоже фейк-статы. Я в ахуе. Ну, защита у него из-за маленьких клеев, блядь. Мне кажется, он сейчас выпустит. Кажется, он сейчас заменит. Ну, а нахуя тогда? Нахера, да. Это что, киберспорт, что ли? Киберспорт. Бля, как меня бесит. Киберспорт. Ставь сюда песню «Киберспорт». Нет. Киберспорт. Сюда будет, здесь будет ебанутая эпическая киберспорт. Музычка. Все. Кибер. Хватит. Не надо этой клоунады. Типа «Город сказка» тоже не надо. Вообще не стоит. Так, мой любимый фланг, с которого все начинается, соса наебет его. Тык. Нахера ты здесь обойдешь вообще? Чтобы два раза пройти. Ну ладно, ты можешь... Что, ты чтобы не... сразу въебать ему в 9, блядь. Чтобы он охуел, ёпта, засосу, блядь. Где мой, ёпта, сладенький, блядь. Любит, чтобы на его навешивали. Будимир, 120 удары. Не, похуй, пенальти, блядь. Соси. Блядь, мне вообще... Мне похуй, блядь. Молотый, это разрыв. Похуй, блядь. Ебать, затащил. Ты чё, падали, тыкаешь, бля, я праздную все голы, мне похуй. Я не праздновал, это моя ошибка была.
я долбоёб. Надо было по центру. Надо было форму поменять, это несчастливая. Я думаю, что я проёбываю, это всё из-за формы. Ладно. Ты играешь как по цвету аватарки Гринча. Надо вернуть. Мяч. Да, надо вернуть... Блядь, чё не пишешь это, блядь? Забыл, как называется мяч. Нет. Блядь, я тыкаю. Наебал на передачу. Блядь, я на вратаря хотел дать. Хоро. Мне похуй. У него руки трясутся, блядь. У меня тоже. Ой-ой-ой, пролаги. Ой, забросы. Забросы, блядь. Мы это читаем, и нам это похуй. Он боится. Нам похуй, кстати, угловой, скорее всего. Фу, как повезло мне, блядь. Хе-хе-хе, даю. Даю тут. Вот это зря. Ты делаешь, как я. А так нельзя. Что именно? Перевожу на другой фланг? Нет, ты пасуешься между защитниками. Нахера так делать? Как, вот так вот? И очень близко. Вот так вот хорошо ты пасуешься. Ай-яй-яй. Плохо ты пасуешься, видишь? У него Бапе 140 нахуй. Он не может отдать передачу, блядь. А финты он знает, что два подряд. Это короночка, да, твоя? Конечно, блядь. Через двоих передач, но не прошло. Ладно. Прости. Тянем время, блядь. Нам похуй. Мы должны выйти с этого турнира. Передачи читаем. Акул. Кто там? Депутатор. Акул, депутатор. Детонатор. Марка ФИФА. Акинатор, блядь. Прочитано, блядь. Ебать, 1-0. Просто такие долбоёбская игра, блядь. Ну ладно, сейчас надо вернуть. Я вообще, блядь, фаворит этого турнира, нахуй. Какого? Гринчик. Ебанатор. Читаемая передача, блядь. Брозович такие кушает на завтрак, ёпта. Майер, не зря тебя купил за 3 миллиона, чтобы мне передачу дать. Да, блядь, мне вообще похуй. Контроль, и мне похуй. Ебать, нахуй, такой гол забить, блядь. Ты первый человек, который смог вот эти микроконтроль, штучки делать в обычной, вот в этой. Микроконтроль. Да. Что-то не нажимается кнопка скорости, блядь. Какая разница, Даринчик отлетает. Всем пока. Соса, нахуй. Это будет не последний гол на этом турнире, блядь. Ой, точнее последний, ладно. Артём. Вас разъебатор, блядь. Соса как ушел. Ага, под себя и удар. Ладно. Ладно. Тоже улыбаюсь. Не могу, блядь. Кидай сейчас. Так, подожди. Давай я кидаю. Не кидай, не трогай. Сейчас надо вернуть величие. Мне кажется, надо вернуть тянучку времени. Какое, блядь? Я не тянул никогда в жизни время, блядь. Пора бы начать. Ой, хорошо, ты это видел, что сделал Майер. Назад пяточкой, по сишку ебать. Я не видел. Охуеть. Майер, ты что за хуйня? Ты так не умеешь. Блядь, здорово! Кто это? Она меня знает, блядь. Нихуя себе. Это мой телефон. Это что, Санёк? Блядь, занят, конечно. Ёбаный пиздец. Ёбаный насрал. Замажь потом фотку им. Хорошо. Пас будет. Удар. Читаемо, сука, читаемо. Это все Саша. Санёк. Блять, он это празднует. Не могу я въебать Даринчику, блять. Второй матч не должен быть. Это камера. Блять. Тихо. Администратор. Ой-ой-ой. Ну там свистнет. Да, второй матч, это мы заскриним, блядь. Все, я понял, как играть с Даринчиком. Почему второй матч? Почему? Блядь, это ничья? Я вышел, да? Я не знаю. Блядь, я въебал! Пиздец, это ничья же, точно, блядь. Сколько у тебя очков? Сука, у меня, смотри, у меня наравне с Даринчиком, блядь. А. Только я-то въебал 5-0, въебал 3 с хуем там, это ты. Я вылетаю, блядь. Заканчиваю этот номер, блядь. Ёбаный рот. Мы потеряли главную, блядь.
просто... Не факт, еще не факт. В смысле не факт? Давай уговорим... Артем Ван Гог, блядь, был у руля, блядь. Я нарисовал себе, сука, победу с Даринчиком. Она была вот так близка. Ты намалевал эти линии, но неправильно. Я так просто, блядь, нет слов. Не выйти из такой группы, господи, такой группы. Против меня были все. Вышли ноунеймы. Ротик под прикрой, это моя история, моя история. Ротик. Это моя история. Я ее рисую, и я ее заканчиваю. Я заканчиваю этот мольберт, заканчиваю этот рисунок тем, что я проигрываю, блядь. Я сейчас солью эту нахуй сборную, блядь, куда-нибудь, не знаю, на серебряные пайки. В обмен ее. Да пошел нахуй, они все стоят, блядь, денег. Не буду ее куда сливать. На звездную битву. Какая жалость. Какая жалость. Что она вышла вместо меня, блядь, это жалость ебаная. Лучший игрок турнира. И... Прошел в плей-офф и... из группы Б, да, это Марко Фифа. Давай, не подпёздывай. Я тебе говорю, это лучший игрок турнира закончил на ранней стадии. Не выходит из-за ебучих голов, блядь, потому что Фифа решила, что надо забить 5. Что Виор забил 5, а не 4. Именно. Виор, это все из-за тебя. Да я, блядь, вообще похуй. Я въебал Даринчику. Мне нет оправданий. Да закрой ебало, все, уже грусть. Сейчас не петь надо, да. Мы сейчас поют на похоронах просто. Привет, я помню, как ты. Нет, закройте ему ебальник, я не могу это, хотя я здесь. Я через экран, я вижу его рядом, я не могу закрыть ему рот. Я не могу ничего сделать, это генг-щит, генг-бенг. Питерская банда проебалась, нахуй. Я буду тащить за Питер дальше. А я не буду смотреть, как он там дальше проходит, да, потому что мне похуй. В смысле? Я сделал все, что в моих силах. Я ты нихера не сделал. Взял на восьмом пике, я не перебивай, я взял на восьмом пике гениальную... Я взял на восьмом пике гениальную сборную, блядь. Решил, а показать, решил показать уровень. Ну, я показал Даринчик. Уровень, я показал красоту, я показал, кто здесь отец. Но, к сожалению, этого было недостаточно. Следующие турниры, я не знаю, буду ли я на них идти, блядь. Да будет, конечно. Я буду на них идти только... Он без этих просмотров не может выжить. Мне эти 10 просмотров, блядь, не сдались. Ой, еще мечтаю о тебе. Я бы сказал, что это не конец. Что погасть? Я ему палец в рот засунул. Но я бы сказал, что это не конец, но это конец. Но тебя не... Блядь. Эти попытки... Попытки каких-то кринжовых песен, блядь. Которые ты сам используешь. Так если их использовать не твоим голосом, то это нормальная песня. Привет. Давай, все. Этот, еще... Я отдал тебе концерт этот, эти похороны в твоем. Я еще должен запомнить, вспомнить песню. Ты ведущий этих похорон. У этого, у Тентасиона была какая-то грустная. Да-да. Сполная, молая, но это не грустная, конечно. Да-да, грустная, не грустная. Сосу я невкусно, блядь, я хотел сказать, но он был... Он был сладок, блядь. Вот эти два гола Оршича меня так, блядь, перевозбудили, что я выиграл. Ёбаные организаторы не дали мне переиграть матч с Даринчиком. Кай. Потому что они все, все засдали, блядь. Засали моей победы и дальнейшего выхода в плей-офф. Они все боятся. Но я написал на это все только, ну ладно, блядь. Мне больше ничего не надо. Я тебе сделал, больно. Я выжил максимум из этого турнира. Ты не выжил, ты проиграл. Я повторюсь, блядь, сколько я уже пищу, блядь, уже 4 минуты, наверное. Я говорю, все были против моей победы, блядь. Убирай свои культятки, свои противоречивающиеся моей истории, блядь. Давай не трогай меня, блядь. Я неприкасаемый, нахуй. Но меня выбили. Я иду дальше. Не выбили, немножечко по-другому слово перефразируй. Меня выкинули с этого турнира. Чуть-чуть по-другому. Как и акула на другом большом. Вот выбили, что еще можно сказать с теми же буквами?
Ой. Ну вот что Вио 5-0. Что пытается он мне доказать своими мега великими недопанчами? Типа я должен сам их сказать. Ты лысый. Ты играть не умеешь. Ты дальше будешь в такой группе слабо. Ты дальше будешь позориться в соло. Ты сказал, как Кай. Типа Кай сказал, ну я 100% в плей-офф и выхожу с первого места. В итоге он сейчас надеется на какого-то чела, что он там кого-то обыграет, чтобы Кай вышел вообще. Вот тут то же самое. Мне вообще похуй, кто там как и что выходит. Ты выходишь дальше в соляную, я оставляю тебя. Я сделал все, что в моих силах, чтобы ты выходил дальше. Врубайте Брежнева. И теперь ты остаешься один. Я ухожу. Это же Брежнев вроде? Да я не помню, ну да. А, нет, это Ельцин, блин. Ну, что я перепутал, это Ельцин. Да, блядь, мне похуй, Борис, кто это. Борис Ельцин. Самое главное. Алкаш, который развалил нашу всё, страну. Все, всем похуй, блядь, траур, что ты вкидываешь, блядь, что это за хуйня вечная? А Ельцина надо сказать. Блядь, ты должен молчать, сейчас мое слово, я въебал. Ты показал свое слово на матче, как я ебал его жестко, блядь. Но не хватило этого ебача, блядь. Потому что это типа не хватает, блядь. Я в один, представляете, я проебал в один мяч. У меня минус... По разнице мячей, скажем. У меня минус... Да похуй, они поймут. У меня минус 4 вроде. У него минус 3. Кикните его нахуй с турнира. Он, блядь, сыграл в ТП победу против Хастера, блядь. Хастер, иди нахуй. Что ты не сыграл этот ебаный турнир, блядь? Иди в пизду, блядь. У него было бы 0 очков, нахуй. У тебя, может, было бы 3, но... Ты бы и так не вышел, блядь. Ну, ты еще и не играешь. Все, блядь. Я все сказал, нахуй. Это последний мой матч, блядь, на этом турнире, нахуй. Все, всем удачи. Ебало, закрой траур у нас тут, блядь. Плачем мы, сука. Я заебался уже, наверное, там музыку менять надо, блядь. Привет. Да не будет этой хуйни здесь. Здесь будет только Макс Корж. Амстердам, ебать. Все, всем пока, нахуй. Пожалуйста.